Доброе утро, дорогие подписчики. Сегодня утро. У нас выпадает фактически месячный объем снега. Утро 5 часов. Я встал пораньше, чтобы пробить дорогу для наших, вначале для нашей доярки, а потом для тех покупателей молока, которые сегодня должны приехать. Это вопрос, конечно, очень важный. И он стоит и в нашей выживаемости, и в выживаемости наших покупателей. Поэтому вот эти фактически 500 метров до асфальта я должен прочистить с утра, и чтобы это все обеспечить и для нас, и для наших покупателей. Ну, работаю сейчас на новом фронтальном погрузчике, который тоже заранее включили на подогрев мотора. Вот сейчас уже мотор 70 градусов. Моя задача пробить снег. Видите, какой нагребает впереди ковша объем. Я периодически его в сторону сдвигаю. На этом фронтальном погрузчике это делать удобно. Конечно, фронтальный погрузчик нас сильно выручает. Это самый работающий агрегат в хозяйстве. И вот так вот я чищу. Ну, моя задача все это сделать быстро, чтобы потом переключить фронтальный погрузчик на чистку навоза в коровнике до выхода первой смены коров, которая подоится. Поэтому мне надо сначала почистить дорогу до асфальта, а потом чистить коровник. Вот так работаем. Ну, наверное, для ребят Сибири это не новость. Наверное, каждый день они этим занимаются. Мы тоже, в принципе, каждый день сейчас чистим снег. Ну, такая погода, что сделаешь. Ну, в принципе, погрузчик идет хорошо, хоть он и на гидроходу. Ну, вот периодически я делаю заходы в сторону, сейчас покажу, чтобы накопившийся снег в сторону сдвинуть, вот так. Контур дороги видно. Всю ночь шел снег. Может быть, нужно было и ночью еще раз выехать, прочистить, но тоже лишний раз греть технику тоже не очень хорошо. Понятно, что мы берем эту технику в лизинг, потихоньку ее выплачиваем стоимость, фактически платим аренду, но при ее помощи мы выживаем. Аленушка. Да. Доброе утро. Доброе утро. Нас подписчики спрашивают рассказать о стрессовых ситуациях, которые были у нас. Вот, но... Сегодня утром, например. Да, я, конечно, сниму это видео, и мы системно это все расскажем. Если вы дослушать до конца, дотерпите. Вот, но сегодня вот было утро, например... Выпал с вечера большой снег, начали дойку. Нет, с того, что начали чистить снег. Да, с 4:30. Андрюша начал чистить снег на новом погрузчике. Да, вон он. Да, значит, сегодня по графику должна была доить Дашенька и с дояркой. В 5:30 звонит доярка мне и говорит: все, мы не можем откопаться, мы не можем доехать. Все, я выскакиваю на дойку. А в это время Даша доит сама. Да, в это время Даша доит и сама. И загоняет на дойку, и доит, и моет, и так далее. Да, в это же время мы узнаем, что на погрузчике отказали тормоза.
Андрюша пытается что-то там посмотреть, критично, не критично, продолжает чистить, потому что мы понимаем, что ни один покупатель к нам не доедет, у нас километр дороги. Потом, вроде бы понимаешь, что ничего критичного, кто его знает что, начинает все-таки чистить. Мы доим. Потом в какой-то момент у него заканчивается дизель на этом погрузчике. Аж в километре, почти возле асфальта. И в какой-то момент, когда я во время доек и гоняния коров вышла быстренько очистить просто крыльцо к нашему доильному залу, я вижу, что он бедный бежит с фонариком и кричит: я за дизелем. Я понимаю, что он сейчас километр побежит с канистрой дизеля. Значит, в это время я Даше пригоняю новых коров, говорю: Дашенька, я тебя бросаю полностью, бегу за Нивой. Слава богу, она по снегу выехала. По пути подхватываю мужа, и мы едем к погрузчику. Заправляем, прокачиваем. Я на Ниве оказываюсь в снежном плену. Я могу ехать только сзади. Ничего не работает, я имею в виду этот задний там дворник. Открываю багажник, еду с открытым багажником сзади. Вернее, задом. Конечно, застреваю в какой-то момент. Минут 20-25, может быть 30. Мы вдвоем с Андрюшей пытаемся ее откопать руками, потому что за ближайшей лопатой километр. Откапываем, слава богу. Все вот это вот пока заканчивается. И все. Потом Алена на Ниве приезжает, начинает додаивать коров с Дашей. Тут, наверное, уже сейчас покупатели приехали. Я еще два раза или три прохожу эту же дорогу, прочищаю. Потом приезжаю сюда, чищу навоз. В это время я почистила боксы. Да, а в это время или отогревается, или все, начинают работать тормоза на погрузчике. Все нормально. Все, слава богу. Все, слава богу. Сейчас, если приедут покупатели, и мы отгрузим все молоко, если они смогут доехать, то вообще будет счастье. А если нет, то будем делать масло. Да. Ну вот, слава богу. И покупатели молока прорвались наши. Вот. И снег очистили, и корм очистили от снега. Вот. Ну, еще будем дочищать. Вот. Такие наши дела. И хотел сделать небольшой анонс, показать вам еще одну штуку, которую вчера нам привезли. Это только анонс, а дальше буду про него рассказывать. Вот он, красавец. Вот он, красавец. Ан-4135. Новехонький. Это ант номер два в нашем хозяйстве. А расскажу все потом. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего всем доброго. До свидания.